устали, могу еще чуть-чуть. Да. Еще раз пожалуйста. Отказался тот мой почитатель. Когда-то мы с ним делали фильм. Для 5-го канала, кстати. Вот фильм об Аркадии Северном. Несколько лет тому назад мы вместе делали, пожалуйста, прошу любить и жалко. Все, хиляют и хиляют, это когда-то как в канале. Это твоя форма. Да, значит. Просто первый текст, который вы дали Аркадию Медведеву на аптеку. Я уже не больше давно, я бы давал. Второй, третий какой-то. 75-й год, там, плюс так. Скажи, моя Иринушка, о чем же ты грустишь? И почему, Иринушка, в сторону глядишь? Тебе спою, Иринушка, про голубую высь. Иринушка, моя Иринушка, и снова улыбни, ночами месяц ясный, о чем трава зеленая шепталась никогда, и как березки с кленами брели за ветерком. Ща-да-да-да, пара-ла-ла-ла, пара-ла-ла-ла, пара-ла-ла, пара-ла-ла, пара-ла-ла. Все это рассказать, как ветер шел по лесенке, чтоб звезды сосчитали, о чем трава зеленая шепталась с ветерком, и как березки с кленами брели за ветерком. Ба-ра-ра-ра, ба-ра-ла-ла-ла, ба-ра-ла-ла-ла, ба-ра-ла-ла, ба-ра-ла-ла, ба-ра-ла-ла-ла, ба-ра-ла-ла. Иринушка, рябинушка, взгляни в мои глаза. Иринушка, рябинушка, я сказку рассказал. И ты той сказке рада, хоть образы просты, а мне одна отрада, что улыбнулась ты. Щебе-бе-бе, пара-ла-ла-ла, пара-ла-ла-ла, пара-ла-ла, пара-ла-ла-ла-ла, пара-ла-ла-ла-ла.